Просто, как мне кажется, сейчас вот по центру у каждого из игроков кто-то куда-то... Там такая каша началась. Да, кто-то неправильно стоит. Но только сейчас... Кого-то стоять некому. Да, вот все, они тут разбираются, все перестраиваются. Хотя сконные сахай что-то бегут, смотри. Нет, все. Но они в пределах разумного. Да, тут так, немножко попугали. А, кстати, смотри, мушкеты опять пошли на охоту. Сейчас будут они стрелять. Будут пользоваться не своей дальностью. Сейчас, наверное, будут стрелять либо по Сахаем степа, либо вот по Сигару степа. По полнокровному такому отряду. Но даже если у Сахеев прокачана дальность, то они уже преимущества им никакого не имеют мушкетов против Сахеев. Да, Сахеи должны будут. Только вот мушкетов 20 человек осталось, то есть половина отряда. Ну они, видишь, что еще не в разум. Его начали не лупить. И по ним. Гранируют вот терпят. Преимущество мушкетов. Нету, может сказать. 9. Еще один залп, все. Да, 9 вынес. Офигенски. Ну че, Сань, посоветуешь мне качать тогда Сахаев степ? Я бы тебе, да, посоветую. У меня-то просто самураи в основном, да, Сигару. Просто за счет дешевизны я тогда пытался. Ну не то, что пытался, выигрывал. Потому что я рассчитывал. И, ну, до сих пор рассчитывают на двух спутников, которые там вот уменьшают и Сигару на 10%, и на 5% уменьшают, ну, Факторио, то есть полностью. А может сейчас буду через Сахай играть? Ну, надо качать, блин, у меня только один. Не знаю. Я на аватаре обычно беру только Сигару степа, а я что-то запутался. А Самурай степа я беру только тогда, когда у меня покоцаны отряды Сигару. Так. А тут сигары с луками такие выходят, без палева. Ну все, у них уже стрелы кончились. Ну добрый, ну посмотрим, в боевую решимость. Нет, еще не кончились. Перезарядка и метка сейчас увеличилась. Посмотрим, как они стреляют. Они стреляют хоть по тэпу здесь. По сахеям. Вот выбегай здесь сигару с тэпа, и я твой сразу же с лука. Причем будем ждать, пока не кончатся стрелы и пули. Потом будет общий налом. Но вот общий налом я бы хотел как-то смотреть. Достаточно интересно. Я хочу посмотреть, будет ли Тинни использовать... Точнее, Чакалка страдает. Да, оу, как-то... Хочу посмотреть, как Тинни будет использовать это вот закрепить позицию. А то, что он будет ее юзать, я думаю, это инфа 100%. Потому что нафига брать два отряда конных сахаев с нагинатами? Да блин, ну, да что такое? Как вот ты ведешь-то своих? Ну это явно ведь не это, ну явно что ошибка, он же не профессионально. Да, это, тут не луки, чтобы с них залпы снимать, тут тэпа как треснут. Пишет Тинни, спасибо за подарки, ну да, тут конечно. Ай-яй-яй. Посмотреть, что хоть от кого-то осталось у доброго нуба. Ну вот этот вот раздолбанный отряд, ну нафига тут, ну пугал немножко, ладно. И по-моему тут один полновесный отряд, Великая Стража, да, вот 40 из 40. Довольно дорогая цена за то, что он попугал их. Да, кстати, там кого-то какая затерпела? Ветеранская, нет? Да я не посмотрел, что-то. Нет, вроде обычно. Да, обычно. Там флаг порвался в этом месте, где должен быть статус висеть. Смотри, какой-то типа налом организует, ну. Стрелба тут. Начинает терпеть самурай с луком. Я вот что думаю, как бы этих самураев с мушкетами не приравняли к артиллерии на турнир. Все-таки они вроде где-то там писали, что они строение ломают. Да и нет, не пробивают насквозь. Могут что... запретить просто DLC юнита. Все. Хотя ну, допустим, на ЦВБ, вот там на аватаре проводится, там ничего не запрещено по юнитам. Но там вот только ограничения 3 ветерана и все. По спутникам, то есть тоже никаких ограничений. Ну, по идее, логично, ветеранов ограничиться, потому что наберут всех там бонзаев. Да не, ну 3 как-то мало вообще. Тут все-таки не классика. Кстати, по-моему, неправильно как-то стоят мушкеты у доброго нуба. Смотри, сейчас они начнут стрелять и прям свои. Вот уже... У него так... Уже лупят, и уже кто-то затер... Только раньше, наоборот, мушкеты в спину стреляли, а теперь... Спину тут они его сигару с луками, по-моему, что-то тут задели. Я сигару с тэпа тоже. Бей своих, чтоб чужие боялись. Такая тактика. Что-то какие-то глюки здесь, по-моему. Что-то тут самурай перезарядил, потом второй раз перезарядил.
Что-то с анимашкой тут не то. Ну, судя по пауэрбару, который у нас тут в правом верхнем, сейчас у Тини-Тини якобы преимущество небольшое. Не знаю. Но в перестрелке он, конечно, посимпатичнее смотрится. Вот не всех своих тэпа использует во время перестрелки добрый нуб, вот почему-то, смотри, у него тут стоят. Ему бы сейчас наломиться у всей массы, вот это было бы круто. Не со мной. А вот у него тут справа какой-то поудохлый отряд 128 на сигары. Да, захи, конечно, вот у Тини-Тини потерпели хорошо. Да, вот. Мушкет. Сейчас они уже, скорее всего, убегут, наверное. Потому что тут осталось вообще. Да, вот все убегают. Остается у Тини 2 сигаров с тэпа. И вот смотри, идут конные СХС на Гинатана. Я думаю, кстати, они сейчас проломают так нехило, потому что тут на перестроении ловит Тини. Молодец, круто. Вот только сейчас небольшой залп дают и сигары. И... Вот он как раз включил Сахейм. Боевой клич? Держит позицию. Не-не, там боевой клич. Нет, Сахейм, смотри. Конных. А, точно. Нет. А нафига? Они сейчас в кучу влетели, им уже никто ничего не сделает. Это мне кажется... Правда, там, смотря как понимать описание этой способности. Я ни разу не качал еще, поэтому я ничего не могу сказать. Они боевых кличей сделали, походу, и вот это. Ну смотри, они тут прямо давят все вот это. И смотри, видимо, от позиции не зависит. То есть там увеличивается защита очень, я так понимаю. И профукал Тини своих тэпа по центру. Вот добрый нуб смял тут сигару. Ему бы сейчас надо перекинуться, а тут уже копия кроет. Да, тут уже особо не это не побегаешь. На центре у нас тут замес. Подводит Тини, сейчас ему Великая Стража достанется. Это пешком она отходит, смотри. Рис мешает. Только сейчас она в клин построилась и отбегает, наконец-то. Ну как сказать, отбегает. Ну в клине, потому что перемещение, по-моему, немножко замедляется. Вот еще ловит залп, ну да. Сейчас мушкеты стрельнут, так смотри. Там что-то в центре кипиш, все так навалились. Гену, смотри, месит. 8 из 20 остается доброго нуба. Ты смотри, как он конными сахэми стоит и закрепить позицию. Да. Генерал жив остался, между прочим. Ну, слава богу. Вот этот быстро бегающий генерал, как он называется, доброго нуба. Сейчас он его отводит. А прикинь, он сейчас второй рейд такой же сахэми с Нагинатами сделает. Тини. И тогда доброму нубу не поздоровится его генерала. Это будет очень печально. Вот как раз он в центр переводит своих сахеев. А добрый нуб что-то типа налома какого-то такого организует. Не очень организованно. Отводит назад. Вот если бы сейчас были у Тини-Тини мушкеты, и они бы сейчас были целые, если бы они сейчас стреляли в эту кучу, да, чем такие потери были. Вот Тини подводит своих мечей. Встает он в одну линию мечами. Гена что-то как-то у него далеко немножко. Может, что-то ближе надо поставить. Добрый нуб пока не перестраивается на флангах у себя. Пока оставляет все как есть. Ставит и сигару с Яри тут у него в разомкнутый. Я думаю, вот этот тут разомкнутый строй как раз и сигару с Яри здесь просто без проблем сможет сломать, наверное, вот эти конные сахэ с нагинатами. Ну да. Пока ждут ребята, что-то ждут. Устали, наверное. Они не решаются подходить просто. Тэп по одному отряду вроде остался, да. Ну вот Тини тоже сейчас тут подводит. А доброго нуба-то смотри, тут даже и бояться-то Тини, я думаю, нечего. Тут какой-то 28 всего сигаров степа, не ветеранский при этом. Бояться нечего вообще. Ну да, сейчас, наверное, надо уже будет завершающая стадия боя. Тут в один кулак ломится и все, мне кажется. Тут уже мясо. Замес, который уже некоторые комментаторы стрима говорят, ну тут замес, как бы тут комик. Ничего. А ну что, готов, пишет Тини? Ну сейчас будет стенка на стенку. Ну давайте, ребят. Давно пора. Да, добрый, ну пишет, что он готов. Ну погнали. Отходит. Да, подводит.
И хопа, такие пацаны тут Асигару с Ярой бегут. Но они сейчас, наверное, схватят тут. Был под кого схватывать, ну, он идет, смотри, смотри, идет стража. Не-не-не. Что-то она больно поздно идет. Сигару. Опять же в клине, медленно. Тут и отводит Борису. Нет, отводит страж. Ну же, да брат, отводи своих Яри, вон они. Это была замануха, ну что такое? Замануха, сама натуральная. Попугали друг друга Сигару с Яри. Немножко доброго нуба постреляли, Теппа. А чё, у него эти-то убежали, что ли, мушкеты-то его неотразимые? Они сдохли, по-моему, и все. Все убежали. Там их оставалось, по-моему, очень мало. Сейчас еще какую-нибудь замануху, наверное, тени устроит. Сейчас глянем. Я думаю, сейчас мы вот это досмотрим, потом, если Туляк нам подгонит темпуаров, наверное, мы темпуаров стримим, и я думаю, мы на этом фильм закончим. Чем там написал, я не понял что-то. Пускай вперед Яри, это выглядит как обвинение в нубстве. А, Туляк, кстати, подогнал уже. Ну, отлично вообще. Сейчас этот бой закончится, постримим с темпуарами, с французами. Будет у нас играть добрый нуб, по-моему. Думаешь, я буду по ним стрелять? Пишет, пишет, да, пишет. Нет, ну если они идут впереди, то по ним стрелять как-то. Без топ-старта, Федь. Я думаю, сразу. Я вот что-нибудь расскажу нашим уважаемым зрителям, чем какой-то стоп-старт делать. Все, погнали, давай. Вот Тинни подводит так опасно своих Сигару Степа. И сейчас, думаю, вот один залп они дали, и надо ретироваться, ретироваться. Смотри, опять замануха, замануха, и бежит Великая Стража на них, и сейчас на копья. Оп! Ну как-то не особо на копья, оп. Одни копья прошли, вторые нет. Да, прошла так она. Там где-то Сахей в центре, по-моему, стоят. Да, вот они бегут, смотри. Но сейчас пока закрепить позицию не делают. Я думаю, сейчас мечи накинутся. И будет все. Так, по идее, способность она рандомно выбирает отряды. Просто три ближайших. Я надеюсь, что они не попадут на Сигару с Яри. Но пока я не вижу, чтобы... А, вот, включил. Вот, на, смотри, на Сигару с мечами, и все. Да, еще он генерал кинул на конных Сахеев под ушок. А, и на Сигару с Терпи. Жесть, и на Сигару с Яри кинул. Ну, как-то криво легла немножко. Ну, это... Тут добрый, ну, смотри, посыпался, по-моему. Это посыпался. Самурай с Надати без разбега сражаются. Ну, самурай без разбега с Надати — это фигня. Тут фланг вообще просто крякнулся у доброго нуба. Тут товарищи сдержать позицию вообще так нормально. Стрелялись и отколошматились. Ну да, все, тут добрый нуб рассыпался. Эх. Ну, Тинни молодец, спасибо ему за бой. Будем звать, что называется. На классике. Сыграл он хорошо. Да, здорово, конечно. Разобрал по кирпичику доброго нуба, молодец, классно. Ну, добрый нуб, в принципе, тоже достоин сыграл. Просто если бы не было стрелков у Тини, я думаю, ему пришлось очень туго. Потому что такой спам разбирать, это, конечно, да. Все, мы сейчас без топ-старта сейчас. Туляк, если смотришь, давай там. Собирайся на бой. Обгоняй. Сейчас посмотрим, какая там статистика. Пока напишу я Тини. Где он? Ну все, сейчас тогда ждем. Сейчас на добром нубу написать, чтобы слово-то этот сделал. Сейчас будем 2 на 2 смотреть, да? Да. Сейчас с темпуарами они будут. Туляк и добрый нуб. Вот пишет добрый нуб Тини-Тини, что неплохо играет он. Тинни поблагодарил, говорит, тоже хорош. Ну да, ребята, достойно. Обмен любезностями, как обычно. Ну, вежливость
клановая она, конечно, приветствуется. Молодцы, ребята.